Нужно будет с вами заполнить всю картонку каким-то цветом, замазать всю картоночку каким-то цветом. Это будет фон. Так как мы будем использовать не для фона, а для поделки красный цвет, мы можем его сразу отложить из нашей коробочки. Также нам нужно будет отложить зеленый и белый. Эти цвета мы пока сейчас не трогаем, не используем. А вот из оставшихся цветов мы можем выбрать любой, какой нам хочется. Очень хорошо эта поделка смотрится на темном фоне. Поэтому вот я бы посоветовала взять какой-то из темных цветов, брусочек пластилина. Но если вам хочется сделать какой-то яркий, тоже можно. Вы можете выбрать любой цвет. Я возьму, знаете, вот может быть и необычно это будет для вас, я возьму черный. Потому что на черном очень ярко будет смотреться красная ягодка. Но вы можете не обязательно черный брать, любой, какой вам захочется. Итак, что нам нужно сделать? От брусочка пластилина нам нужно будет отламывать маленькие кусочки. Вот такие маленькие. И примазывать пальчиком к нашей картоночке. Вот так, указательным пальчиком мы размазываем кусочек на картонке. Вот так разглаживаем, разглаживаем этот пластилин. Кончился пластилин. Еще берем маленький кусочек и рядышком размазываем пластилин. Рядышком заполняем нашу картонку. Очень пальчики при этом хорошо развиваются. Мелкая моторика. Вот так разглаживаем, разглаживаем. Кончился? Еще берем кусочек. Опять кладем его рядышком. И начинаем пальчиком размазывать. Если пальчик устал, указательный, можно взять и в другой пальчик большой. Можно большим пальчиком размазывать пластилин. Еще отламываем. И размазываем пластилин. Вот как. Пока вся картоночка у нас не будет заполнена цветом. Фон такой будет. У кого-то это синий фон, у кого-то фиолетовый, у кого-то оранжевый, да? Может быть, еще коричневый, может быть, в вашей коробочке есть цвет. Вы можете любым цветом это делать. И размазываем. Если на этой ручке пальчики устали, можно поменять ручку и сделать это другой рукой. Одной рукой мы картонку придерживаем, а другой рукой размазываем. И пока мы с вами готовим картоночку, пока мы с вами заполняем фон на картонке, я хочу вам рассказать сказку про пластилин. Вы слушаете и делаете поделку, хорошо? Итак, сказка про кусок пластилина. Как-то раз малыш Сандрик повстречался с куском пластилина. «Ты кто?» – спросил Сандрик. «Человек?» «Нет, но я могу быть и человеком», – ответил пластилин. «Может, ты животное?» – спросил Сандрик. «Нет, но я могу стать и животным», – ответил пластилин. «А может, ты машинка?» – спросил малыш. «Нет, но я могу быть и машинкой, и чем угодно», – ответил кусок пластилина.
Расскажи мне, кто ты? Попросил малыш. Я пластилин. Я мягкий и легко меняю форму. Ты можешь вылепить из меня все, что угодно. И человечка, и собачку, и машинку, и домик, и дерево. Взял Сандрик в руки пластилина и вылепил из него человечка, собачку, машинку, домик и дерево. С тех пор Сандрик и пластилин большие друзья. Вот, ребята, из пластилина можно вылепить все, что угодно. Здорово, когда дома есть пластилин. Можно сесть и заняться чем-то интересным, придумать какую-то картинку, придумать какую-то историю и вылепить ее из пластилина. Вот как у вас дела продвигаются. У меня уже почти вся картонка залеплена пластилином. Вот как пальчики наши работают. Пальчики работают. Хорошо. Так. Залепляем всю картоночку. Хорошо, сейчас я вам еще прочитаю стишок про пластилин. Я леплю из пластилина шарик, мячик и пингвина. А вот это бегемотик, у него большой живот. Пластилиновые ушки шевелятся на макушке. Пластилиновые ножки, топа-топа-топа-ножки. Глазки хитрые блестят, зубки травкою хрумтят. Ешь побольше, бегемотик, будет больше твой животик. Такой стишок про пластилинового бегемотика. Ты любишь лепить из пластилина? Так, продвигаемся, продвигаемся. Хорошо. Включу пока музыку вам, чтобы вы могли и слушать, и лепить. Вот, моя картонка готова. Я тебя так тоже подожду немножко. Лепи. Thank you.
Хорошо. Если ваша мама рядом с вами, то я бы хотела узнать, залепили вы уже картонку? Можно дальше продолжать? Или еще лепите? Или еще лепите? Напишите, пожалуйста. А я пока вам прочитаю еще одно стихотворение. Про пластилин. Трудно мнется, туго гнется, он лепиться не дается. Вот вам и не лепится пластилин, не лепится. То ли мальчик нерадивый, то ли пластилин ленивый. Мне купили пластилин, чтобы я сидел один, чтобы маме не мешал и сестру не обижал. Я помял его немножко, лапки, хвост, похоже, кошка. Взял еще один кусок, ушки, нос, готов щенок. Я полдня зверей лепил и во двор не выходил. Подарю сестре и маме, пусть они увидят сами, как я сильно их люблю, что зверей для них люблю. 7 брусочков пластилина, что из них сегодня слепим? С белого давай пингвина, черным крылышки отметим. С синего пингвину море, пусть там плавает за рыбкой. Сверху солнышко большое, желтое в лучах с улыбкой. Островок ему построим из коричневого кручей, пару елочек зеленых, что еще придумать лучше? Как волшебники руками в что угодно превращаем 7 брусочков пластилина, когда мы вдвоем играем. Хорошо, я вижу, что у Василисы готово. Продолжаем. Сейчас нам понадобится с вами зеленый пластилин. Зеленый пластилин. Если пальчики у вас запачкались пластилином, то можно салфеточкой вытереть, чтобы у нас на зеленом пластилине не отпечатывался другой цвет. Что мы делаем с зеленым пластилином? Сначала мы слепим 3 листика, поэтому давай разделим ножичком брусочек пополам. Брусочек пополам. Можно и стек также вытереть, да. Теперь одну половинку мы уберем, а вот эту половинку нам нужно разделить на 3 кусочка. На 3 кусочка, смотри. 1, 2. 2 раза разрезаем, а получается у нас 3 кусочка. 3 кусочка. Примерно одинакового размера давай будем отрезать. Примерно одинаково. Один из кусочков пластилина. Пальчиками сминаем его, чтобы он стал мягеньким у нас, податливым. Вот так вот пальчиком между пальчиками сминаем, мнем, разминаем. Вот. Размяли и теперь катаем на ладошке колобок. Нужно в серединку ладошки положить кусочек, комочек пластилина, и катать движениями круговыми между ладошками. Катаем. Катаем. Пальчики для этого нужно прям вот так растопырить, напрячь и ладошкой катать. Катаем. Если тебе удобно катать не на руке, а на столе, на клееночке своей, можно положить на стол и катать по кругу на столе.
Вот такое тоже можно делать движение. На столе катаем. Катаем. Вот. Один колобочек. Берем следующий кусочек. Точно так же сминаем его между пальчиками. Между пальчиками сминаем. Делаем кусочек, кладем на ладошку и катаем круговыми движениями между ладонями. Между ладонями катаем. Можно также на столе, если хочешь. Катаем на столе. Второй колобочек. И делаем третий. У нас три листика будет, поэтому мы делаем третий еще колобок. Сминаем пластилин. Вторым берем лепешечку. Вот пальчики у нас как клювик. Лепешечку с краешку прижимают, а потом сверху вниз. Вот так. Второй листик. Этот листик пока не прилепляем. И делаем то же самое с третьим листиком. Пальчики прилепляют, прижимают листочек и сверху вниз. И вот у нас третий готов листик от нашей ягодки. Что нам нужно сейчас сделать с этими листиками? Нам нужно стеком, стеком. Если у вас нет стека, рисуем линию. Сверху вниз рисуем линию вот такую. Сверху вниз рисуем линию. А теперь как елочку, как будто бы мы рисуем елочку. От этой средней линии в стороны проводим вот такие черточки наискосок. Наискосок рисуем. В одну сторону поворачиваем и в другую сторону, как будто бы мы рисуем елочку на листочке. Вот такой красивый получился у нас листик. Теперь можно взять второй листочек и уже его положить сверху на первый листик. Чуть-чуть вот заходит, да, но не прям сильно. Ну, немножко в сторону. Смотрите, у нас уголочек будет смотреть в сторону. Мы кладем листик, он немножко заходит на первый листочек. Вот так. Уголочек в сторону. Уголочек в сторону. И третий листик с другой стороны. Теперь уголочек в эту сторону смотрит. Мы кладем вот так листик. То есть у нас у двух вот этих листочков уголочки смотрят в стороны, вот сюда и сюда. И тоже мы поворачиваем картонку и рисуем. Вот так боком положим. Давайте положим вот так картоночку боком. И сверху к уголочку вниз нарисуем среднюю линию. И на ней, и от нее нарисуем в стороны вот такие линии, как елочка. Рисуем елочку стеком. Вот так. Сделали второй листочек так. Поворачиваем свою картонку. И делаем то же самое с третьим листочком. Сверху вниз линию. И рисуем елочку. Вот у нас листики готовы. Листики готовы. Нам теперь нужно сделать, слепить стебельки. Стебельки. Для этого от второго вот этого большого кусочка зеленого пластилина нам нужно отрезать или отломить небольшой кусочек вот такой. Видите, по сравнению с большим, он вот такой. Не сильно много нам нужно отламывать. Смять этот кусочек пластилина.
Смять. Чтобы он стал мягким. И будем катать стебелек. Это длинный такой жгутик. Смотрите, вот у нас лежит кусочек пластилина. Мы кладем на него ладошку и начинаем движениями вверх-вниз, вверх-вниз катать такую вот веревочку. Жгутик. Стебелек у нас получится. Стебелек не должен быть очень толстым. Поэтому вот мы скатали, он должен быть очень длинным. Если у вас эта веревочка, ну, вы катали-катали, она у вас порвалась. Ну, у меня вот никак не рвется, вот порвалась. Ничего страшного, вы возьмете и две эти веревочки соедините вместе. Вот такой вот стебелек получился. Длинненький. Если не получается длинного стебелька, ну у всех по-разному, сейчас покажу вам. Смотрите, если у вас получается коротенький стебелек, что делать? Тогда нужно разделить на несколько кусочков и скатать несколько коротеньких жгутиков. Несколько коротеньких жгутиков. Вот такие, допустим, коротенькие жгутики мы катаем. И их между собой соединяем. Вот, и получился один длинный стебелек. Если же у вас уже получается сразу сделать длинный, ну, пусть будет сразу длинный. У кого не получается, делаем несколько коротеньких. Этот стебелек мы прилепляем к листикам вверх, вот так. Раздавливать его не нужно. И поворачиваем, загибаем стебелек. Вот так вот. Загнут. Ну, раздавливать не нужно пальчиками. Он должен быть вот такой вот объемный. Просто положили жгутик и загнули его в сторону. Готово. Отрезаем еще кусочек зеленого пластилина. И снова давайте скатаем такой же стебелек. Сминаем кусочек, кладем на стол, на свою клееночку и раскатываем. Раскатываем стебелек. Если не получается длинный, опять делаем несколько коротких и соединяем между собой. Вперед! Назад, сверху вниз катаем ладошкой. Пальчики у нас, видите, вместе все. Ладошка напряжена. И мы катаем не только ладошкой вот так вот, а и пальчиками вот так можно катать. Вот второй у меня готов стебелек. Мы его также внизу прилепляем и загибаем. Ой, я забыла. Первый не нужно загибать. Первый вот надо вверх сделать. Если он слишком длинный, нужно его укоротить, потому что здесь у нас будет с вами цветочек на верхнем, на среднем. Если слишком длинный стебелек, можно убрать. Вот так. Отрезаем еще кусочек. Делаем третий стебелек. Три стебелька, три листика, три стебелька у нас будет. Катаем. Стебелек третий. Так, катаем, катаем, катаем. Сверху вниз, пальчиками катаем. Если малыш слишком маленький, его можно посадить на колени и его рукой раскатывать пластилин. Прилепляем третий в другую сторону стебелек. Вот, смотрите, у нас получается. Один смотрит вверх стебелек, два стебелька загнулись по сторонам. Если у вас длинные сильно стебельки, убираем лишнее, чтобы у нас вошла еще и ягодка, и цветочек. На своей картонке я счищаю зеленый пластилин, чтобы когда буду раскатывать другой цвет, он не смешался с зеленым.
Пальчики можно вытереть об салфетку, вот так. И мы с вами берем сейчас белый пластилин. Белый пластилин. Мы будем делать сначала цветочек. Когда земляника или клубника цветет, то цветочек у нее беленький. И на нашей поделке тоже будет беленький цветочек. Нам нужно будет что сделать? Маленькие кусочки, вот такие маленькие, отламывать 5 штук, 5 кусочков. И катать из них колобочки между пальчиками. Вот, один колобочек. Если не получается между пальчиками, хотя вот такое движение очень хорошо развивает пальцы. Вот так вот катаем большим пальцем между вот этими пальчиками. Если так не получается, ну, на ладошку кладем и опять катаем, катаем между ладошками. Один. И еще берем кусочек, катаем второй колобочек. Катаем второй колобочек. Еще стараемся, чтобы кусочки были примерно одинакового размера. Третий колобочек катаем. Третий колобочек катаем. Еще берем кусочек. Четвертый колобочек катаем. Так. И пятый. И пятый колобочек. Вот они примерно одинакового размера. Если у вас получились не одинаковые, то посмотрите, может быть, можно чуть-чуть отломить от большого кусочка, чтобы вот они примерно были все одинакового размера. Раздавливаем в лепешечку. Вот одна лепешечка. Берем второй, раздавливаем. Вторая лепешечка. Берем, раздавливаем. Третья лепешечка. Четвертая. И пятая. Вот у нас получились 5 беленьких лепешечек. От желтого пластилина нам нужно взять маленький кусочек, маленький, совсем небольшой, вот такой. Скатать колобочек и прилепить его сверху, отступив от стебелька. Вот так вот прям раздавить этот желтенький. Это серединка цветочка. Это серединка цветочка. И теперь вокруг нашей серединки желтой разместим лепестки. Рядышком кладем. Один. Прям рядышком-рядышком друг с дружкой кладем. Два. Три. Четыре. Пять. 5 лепесточков. Можно их немножко поджать, так раздавить, чтобы они прям хорошо прилипли. Цветочек. И на лепестках стеком, самым кончиком нужно будет от желтенькой серединки на лепестках продавить по 3 полосочки. Смотрите, как будто лапка птички. Вот одна, и рядышком продавливаем 2 в стороны. Одна посерединке. Рисуем. И 2 в сторону. Можно вот так прочертить их. Как будто рисуем карандашиком. Сильно не давим, чтобы не насквозь у нас прорезались лепесточки. Одна полосочка. И от краешка верхнего в стороны по 2 рисуем. От серединки одна средняя полосочка. И от верхнего края линии в стороны рисуем линии. Опять одна и в стороны рисуем линии. Вот такой у нас получился замечательный красивый цветочек. Если получилось так, что серединка у вас закрылась лепестками, то можно еще раз сверху взять опять желтенький кусочек, скатать колобочек и сверху раздавить еще один, чтобы серединку было видно. Хорошо.
Успеваете за мной? Так. Если не успеваете, напишите, чтобы я могла вас подождать. Сейчас мы с вами будем лепить ягодки. Ягодки. У нас будет, не знаю, две или три сделать ягодки. Ну, давайте сначала начнем по одной. Нам нужно разделить наш красный брусок пластилина пополам. Как мы делали с вами листики, вот так же делить будем. Вот этот кусочек нам надо разделить на 3, то есть два раза мы разрезаем. 1, 2 мы разрезали, у нас получилось 3 кусочка. 3 кусочка пластилина. Берем один кусочек, сминаем его, чтобы он стал мягеньким. Так, сминаем, сминаем. Вот, и теперь катаем колобок. Катаем колобок. Ягодку. Не колобок, а ягодку мы катаем. Катаем, катаем, ягодка кругленькая. Вот мы катаем ее. Кругленькая ягодка вот у нас. Кругленькая ягодка. Эту ягодку на кончик вот этого стебелька мы не раздавливаем ягодку. Слегка прилепляем, но раздавливать ягодку не надо. Она кругленькая. Ягодка кругленькая. Если получится, можно оставить так кругленькую, а можно краешек чуть-чуть сделать поострее. Но это если получится, можно чуть-чуть сильно не давить. Ягодка кругленькая у нас остается. Берем второй кусочек, сминаем. Сминаем комочек. Опять на ладошку и катаем, катаем ягодку, ягодку катаем, катаем. Если неудобно между ладошками, помните, я рассказывала, можно на стол положить и катать на столе. Вот так. Скатали вторую ягодку. Можно с одного края чуть-чуть ее сделать поострее и на второй стебелечек прилепить, но не раздавливаем, не лепешки делаем, ягодки, они кругленькие. Ну, сделаем, наверное, еще третью ягодку. Третью ягодку сминаем, катаем колобок, ягодку, вернее, катаем, катаем, катаем ягодку, катаем ягодку, вот. И третья ягодка у нас, знаете, куда мы ее прилепим? На серединку. На серединку, прям на средний стебелек. Вот так вот мы прилепим третью ягодку. Опять же напоминаю, что мы не раздавливаем. Ягодки у нас кругленькие, объемные. Раздавливать не нужно. Зубочисткой, самое интересное, нам нужно на ягодках нарисовать семена, семечки такие. Если вы вспомните такие ягодки, клубнику и землянику, на ней есть такие маленькие точечки. Вот нам надо на ягодке кончиком зубочистки вот нарисовать или, как сказать, продавить вот такие со всех сторон и сбоку. И сбоку вот такие вот точечки нарисовать. Это семечки на ягодках. Семечки на ягодках. Если нет зубочистки, это можно сделать карандашиком. Грифель карандаша тоже подойдет. Так, ну и на третьей ягодке. Так.
Но это еще не все. На ягодках сверху есть маленькие листики на самом верху. Поэтому мы опять возвращаемся к зеленому пластилину. Если у вас ручки выпачкались, в красном пластилине, нужно салфеточкой протереть. И что мы делаем? Нужно брать маленький-маленький кусочек, совсем малюсенький. Потому что листики сверху на ягодке очень-очень маленькие. Мы катаем вот такой вот колобочек. По три листочка будет сверху над каждой ягодкой. И сверху у стебелька мы прикладываем один листик. Опять берем маленький кусочек, маленький катаем. Рядышком прикладываем второй листик. И опять берем маленький-маленький кусочек и прикладываем рядышком третий листик. Всего три листика сверху на ягодке, только самого наверху ягодки. Не надо ни сбоку, ни снизу листики прилеплять. А вот на стебелечке, сверху на ягодке мы прилепляем такие маленькие листики. Еще берем один кусочек маленький. Сверху на второй ягодке прилепляем один листик. Отламываем еще кусочек. Сверху прилепляем второй листик. Отламываем еще кусочек. Прилепляем третий листик. И делаем то же самое с последней ягодкой. Один листик. Второй листик, третий листик. На наших ягодках вот сверху есть вот такие маленькие зеленые листики. Замечательно. Можно и так оставить нашу поделку, но можно еще ее украсить рамочкой, тоже из пластилина. Для этого мы можем выбрать любой цвет, но только не белый. И сделаем на нашей работе рамочку. Для этого нам нужно также отрезаем кусочек и катаем, как мы катали стебельки, вверх-вниз. Любой цвет можно взять. И катаем такие вот жгутики сверху на нашу картонку. Прилепляем. Можно их даже раздавить будет немножко. Не обязательно кругленькие. Ну вот такую рамочку с одной стороны. Опять берем кусочек, отрезаем. Катаем. Жгутик и прилепляем сбоку на нашу картонку. Опять отрезаем кусочек. Катаем жгутик. И по краю картоночки прилепляем рамку. Можно из коротеньких, если не получаются длинные жгутики, можно и коротенькие жгутики прилеплять. Так.
Дальше можно по своему усмотрению украсить эту рамочку. Можно взять крупу какую-то и прилепить на эту рамочку. Можно, если у вас есть какие-то стразики или бусинки, прилепить на эту рамочку. То есть это уже как фантазия. А можно из того же пластилина сделать украшение. То есть я могу взять и из пластилина сделать бусинки, да, какие-то на эту рамочку. Это уже как ваша фантазия сработает. Что вы придумаете, ребята? Ну-ка подумайте, как вы украсите свою рамочку, чем вы украсите. Может быть, это будут из пластилина, да, бусинки, а может быть, будут настоящие бусинки. Вот. Я могу вот так вот стеком какие-то полосочки здесь нарисовать на этой рамочке. Так.